Охрана на приеме была серьезная. Соваться в это волчье логово было довольно рискованно. Как-либо иначе похитить доктора Эмерал было абсолютно невозможно. Бет Уайлдер, вы быстро доверились ей? У нас были общие цели. И это все? Нам хватило. Спасибо, что пришла. А я-то дура, летела тебя спасать. Не желаешь ли объясниться? Знаешь такого Хэтча? Правая рука Сайрина. Он был здесь. Втирал мне про то, как хочет свергнуть Пола. Надеюсь, ты отказался. Не поверил ему ни на грош. А он меня освободил, велел ждать момента. Вот тебе и момент. Ну там же камера висит. Признателен. Вниз? Это успели. Ну все, я могу. Как там обстановка? Всем привет. Думают, что ты надежно заперт. Все разговоры только о приеме. Пока твой безумный план работает. Мы с вами продолжаем проходить. Понятия не имею. Она либо на приеме, либо у себя в кабинете в центре научных разработок. А чё, камеру пустили? Поищу ее среди гостей. Я свободен. Ты, значит, будешь шампанское глушить, а я в охраняемое здание ломиться? Хороший план, нечего сказать. Ну, давай наоборот. Захвачу тебе пару бутеров. Нет, шампанского лучше захвати. Не-не-не, лучше шампанское захвати. Зачем мне бутеры? Подожди, а мне куда? К утру меня раскроют, но пока не раскрыли. Так что через парадный вход ты со мной не пойдешь. Все равно кратчайший путь в центр разработок здесь. Ага. Я отключила сигнализацию на черном входе, но там будет охрана. Выйди на связь, как будешь внутри. И да, Джек, ты знаешь, что поставлено на карту. Забудь о месте. Я внутри. Я тут не ради Пола. А ради чего? Ладно. Удачи. Да, кому она нужна? Сразу же. Хронорывок для использования хронорывка. Держи. А в кого? Я Флэш. А что так и будет? Как оклемается, будет больно. Ну, наверное. Я подобрал. Мои способности росли. А управлять ими было все проще. Приятно было. Ты не... А, ну да, у тебя два патрона всего. Это, в общем-то, бесконечный. Извиняюсь. Какой урод придумал эти двери? Ну, тот, который... Так, надо побыстрее. Ля-ля-ля-ля-ля. В смысле? Я же... Понятно. Давай еще раз. Все, вы уже меня обратно не запихнете. Так, все хорошо. Опаньки. А это как? Футуристично и очень в стиле монарха. Но вряд ли это они заказывали. А кто это рисует? Это же она. Бет, я на месте. Понятно нам. Что туда? Дальше? Не-не-не. Скоро увидишь радарную вышку. Дай знать, как будешь внутри. Хорошо. Почему я должен тебе давать знать, когда я буду... Ну... Че это такое? Понятно. Ой. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А ты... А предупредить нельзя было, Бет? Легкий пулемет. О-о-о. Не, дробовик нам не нужен. Будем ходить с пулеметом. Ладно, как мне попасть к радарной вышке? Ты сам собой? Я понятия не имею, как попасть к радарной. Надо как-то туда перебраться. Так, восстановим. Да, блин. Как же туда попасть?
Да все понятно. Взлетай. Так ты беги. Только я не знаю, как мы это будем людям объяснить. Блин. Там же были только наши. Можно выдумать что угодно. Сказать, что была авария, или свалить на Джойса. Точно. На кого свалить? Мне надо... На Джойса свалить, а? Слава богу. Время что? Здесь шло наперекосяк. Не, пулемет мне не нужен, это что такое? Это раньше был бункер? Знак остров Гал. Риверпортская береговая оборона. Береговые оборонительные сооружения Риверпорта были заложены 2 августа 1940 года, изданы в эксплуатацию... Пушка словно была не привязана ко времени. ...в сентябре 1942 года, когда перед Америкой замаячила перспектива участия во Второй мировой... Перспектива? Во Второй мировой войне. Помимо фортификационных сооружений... фортификационных сооружений и артиллерии, здесь имеется разветвленная система тоннелей, соединяющая остров Гал с материком и обеспечивающая свободное перемещение людей и снаряжение даже в условиях осады. Она была построена в ходе подготовки к отражению вторжения, которое, к счастью, не началось. В изначальный план также входила постройка в Риверпорте крупной военной морской базы для поддержки... Монарх демонтировал старую пушку. Атлантического флота США. Ну, спасибо. Это было оправдано с учетом местной... Чего кораблестроительной промышленности. Но после вступления США во Вторую мировую войну и события в Перл-Харборе приоритеты были пересмотрены, и этот план воплощен не был. Во время войны перестройки интенсивно использовались, а подземные сооружения продолжали использоваться в качестве базы морской разведки, и после ее окончания прекращена эксплуатация была только в 61 году. Так, что нам вниз? Так, нет, тут где-то что-то было. Понятно. Нет, непонятно. Чего? Возле старой пушки время разболталось. Его можно было двигать. Нашли, куда из пушки целиться. Я тут подумала. По расчетам монарха эти зависания будут очищаться. И если меня накроют, пока мы похищаем доктора... Нет, там можно было туда сходить. Ты застынешь. Да, знаю. Риск есть. У спецагентов монарха есть защитное снаряжение. В кабинете Эмерал наверняка тоже есть. Что-то Джойс... Если увижу, захвачу тебя. Странно как-то. Но главное, а чё вертушка тут летает? Надеюсь, ему пустят пули. А у него правда эти сверхспособности? Нет. Ну, вижу врага! Внимание, кто? Посторонний! Чёрт! Снайперы! А я бы знал. Иди сюда. Нет, 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 нет! Да блин. Зайдите со спины! Сам сейчас зайдешь. А чё? Поди в него. Чё, ещё не... Всё, спокойно. Ой, красиво. Ну, давай ещё. Еще. Да понятно, что стоит тут, смотрит. Нет бы, чтобы стрелять. Да. Где? А, подожди, вы только... Да ты упадешь уже, нет? Серьезно? А зачем ты переключаешься? Спокойно. Где-то же еще был. А там кто? Иди сюда. Иди. О, попал. Пади. Ты чё обзываешься? Не надо сбоку. Ну давай еще. Сбоку они решили зайти, ага.
Все, да? Джек? Да. Я включила систему безопасности и открыла ворота перед вышкой. Дай знать, как будешь там. Спасибо, Бет. Каждый раз она просит, дай знать, что... Чего? Чудесно, еще одна. А где? Мне нужно на радарную вышку. Тихо. Так, берем курс на радарную вышку. А давай. Чуи. Ну почему? И все? Нехило ты так открываешься. Бет, я у радарной вышки. Где лаборатория? У тебя под ногами. Совершенно секретная. Спустишься вниз на лифте. Здравствуй, Ливерпуль. Ого, серьезно? Как в логове злодея из комиксов? Не то слово. Главное, не свалить в бассейн с акулами. Чего? Чего? Черт! А, зависание. А почему тогда... Подожди, если началось зависание? Или... А, не зависание. Хорошо. Чего хорошего? Вообще ничего... Подожди, нет, началось зависание или не началось? Не, не началось. Не откроется. Найденный объект это зависание. Спасибо. И здравствуйте. Сегодня знаменательный день. Мы шли к нему годами. Да. Передают речь. Пусть у монарха будет достойная аудитория. Мы выходим из тени. И берем на себя большую ответственность. А, ты стрим запустил. Красавчик. Подожди, а... Это куда туда? А тут что тогда? А, все. Понял. Забрать. Получено для туда очко. Так. Мы вступаем в нестабильную эпоху. Ты хоть гестрим-то запустил? Большая опасность, ее нельзя предотвратить. Онлайн, но онлайн, мы можем камера 3 офлайн. И поэтому у нас сегодня праздник. Дрон, камера мир есть. Перед лицом тьмы. Ну, теперь все узнают. Что, как я обещал, и... Бет, захожу в лифт. А Пол все никак себя любимого не наслушается. Да, он говорит о плане спасения. Все развесили уши. Могли бы что-нибудь поинтереснее поставить, чем... Чего? Защитники твоего будущего. Ой. Так. Чё там у меня? Джек, охранная система сработала. Они знают, что... Да, я уж по... А почему? Да ты что? А, она пробила до... Так. Неплохо так. Парень, а, ты завис. А вот сейчас бы время как восстановилось, вот тебе весело бы было. Ты почему у них не забираешь? Забери. Я не могу, да? Ну ладно, понятно. Кабинет доктора Эмерал. Похоже, он этажом выше. А можно было этажом выше сходить куда-нибудь, нет? Тут ничего нету. А, вон есть. Компьютер. А, ну я, скорее всего, в зависании вообще ничего не могу. Ребят, готовьтесь, все где-то там в лифте. Не нравится мне это. Используйте хрон на заморозку.
Ой, как вас тут много. Почему я подобрать-то не могу? Я бы забрал у вас все это. Это еще что? А что это такое? Что это? Меня словно высасывает. А, это скорее всего вот эта штучка, да? Давай отключим. Так-то лучше. Значит, нам понадобились эти хрилы. Ну, видимо, чтобы тебя остановить или остановить время. Этот прибор лишил меня сил. Мы его называем хроногаситель. Хроно чего? Петиция о фазвиках? Ой, субъекты с хроноискаженной в волновой функции или фазовики. Основные характеристики предположительно существуют в состоянии квантовой суперпозиции. Окружены крайне опасным искажающим полем, имеют высокое сопротивление к урону, обычное оружие бесполезно. Населяют конец времени. Могу существовать только в нулевом состоянии внутри зависаний. Ожидается их появление по мере прогрессирования разлома. Вывод. Фазовики не могут войти в защищенные от зависаний области. Рекомендация. Соблюдайте дистанцию. Если фазовики не агрессивны, не провоцируйте их. Избегайте конфронтации. Ищите укрытие в защищенных от зависаний местах. Соблюдайте защиту от зависаний так любимыми средствами. При неизбежности столкновения собирайтесь большими группами с хроноружием. Не проявляйте ненужного героизма. Так. Давай-ка тут походим, поинтересуемся, что они тут занимаются. Здорово, ребят. Чё, кого? Это был какой-то шпионский беспилотник. Находиться под колпаком у монарха мне хотелось меньше всего. Ладно. Фига себе беспилотничек. Не-н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 е, пистолет. А я мог его сломать? Ладно, я его сломал. Это что? Это не открывается. Ладно, нам, видимо, дальше. Чего? Я же был тут только что. Все понял. Ой. Сейчас бы пропустил. Так, вот и все. А, открыть. Ладно. Да ладно, 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 ладно. Так, значит, нам надо. Ну подожди. Отсюда нельзя. Давай где-нибудь что-нибудь испортим. Ладно, забрать нельзя. Так, мне надо в кабинет доктора Эмерал. Сайрин приказал Хэтчу меня убить, чтобы не подвергать риску свой план. Только так увидев размеры этого здания, я начал понимать, насколько масштабным он был. Все, спокойно. И я подумал, если наступал конец времени, к чему все это было? Можно я это... Сигнализация сработала бы сразу после зависания. Времени было мало. Долго падать будешь? А, вас можно передвигать. Подожди. Вы обратно будете восстанавливаться в свое это? Ну, там, скорее всего, сюда, да? Судя по графику, все крупные технические успехи монарха начались после 2010-го. Примерно тогда, когда произошло кое-что еще. Эпицентр. Центр. Начало добычи хрона. Подожди, а что тут в 16? Стандартный костюм. Первая фаза операции монарх. А что ты? Я вообще ничего не нажимаю, она сама пропадает. Ай, давай бегу. Бегом, 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 бегом. Оп. Это мы забрали. Все, боже, уже ничего нету. Нету. Что это было? А как? Как оно там оказалось?
А это что? Кабинет доктора Эмерал. Похоже, он этажом выше. Ну, похоже, мы это уже слушали. Здорово, ребят. И как? Просто протиснуться? Давай еще зависание пропади, конечно, что нет-то. Это что такое? А можно что-нибудь попроще? А можно мне такой костюмчик? И что я должен делать? Что это за хрень? Туда. И что мне с ним делать? Так, у меня еще на перезарядку. Я так понимаю. А чё у тебя? Всё перезарядилось? Да. Нет! Ну, вот это понятно. Беги! Да беги! Дурак! Шесть, а что он так больно бьет-то? Так, у меня есть рывки и еще какая-то фигня, я не понимаю. Щит есть. Нифига. Сколько тебе надо? Кабинет Эмерал. Вот я тем же самым вопросом задаю. Наверху, все правильно. Как мне наверх пробраться?
О, выход. Чего? О, привет. А можно мне по-нормальному? О, подожди, я что? А? Все, поехали. Вроде я тут пролезу. Вроде или... Так, ладно. Дальше что? Ох, платформинг. И аккуратно. Вряд ли сотрудники часто здесь ходят. Что это было? Привет. Что изучаем? Понятно. Как дела? Тихий, какой счастливый. А, сейчас вот все. Нет, нам туда уже не надо. Кабинет доктора Эймера уже рядом. Чё? Перевод часов заморозить время в общей сложности на 1 час. Ай. Ай. Тревогу не бьют. Значит, о том, что я натворил по пути сюда, никто не знает. Молодчина. А тут чё? Надо двигаться дальше. Мне помог Джеку сбежать из камеры. Он здесь, чтобы похитить доктора Софию. Эмерал, это дает нам отличную возможность воплотить в жизнь собственный план. Сегодня вечером мы погрузим монарха в хаос. Сегодня вечером мы уничтожим Пола Сайрина. Когда Пол услышит о победе Джека, он прикажет запереть Софию Эмерал в особняке, чтобы защитить ее. Когда Джек узнает, где ее искать, пусть Стэтсон взломает наблюдательный беспилотник, чтобы действия Джойса оставались незамеченными. Скрытно помогайте Джойсу достичь своей цели всеми возможными способами. София единственная, кто умеет лечить Пола. Когда ее не станет, нам нужно будет лишь уничтожить лечебные приборы, чтобы оставить Пола беспомощным перед лицом усиливающейся болезни. Приборы хранятся в лаборатории доктора Кимми. Я получу доступ к лаборатории и прослежу, чтобы она была полностью уничтожена. По моим прикидкам, болезнь одолеет Пола в течение 6 часов после описанных событий, чему способствует участившееся зависание. Лишь тогда мы сделаем свой последний ход. Ля ты жук. Сейчас, подожди, я помогу тебе. Я тебе помогу. А, подожди, не восстанавливаю. А, я обратно восстанавливаюсь, что ли? Тю, мне интересно. В чем? Джойс арестован. Кому Бет Уайлдер от Фиона Миллера. Возраст нашего плана могут честно совпасть. Сегодня вечером на премию собираюсь попытаться попасть в лабораторию доктора Кимми, чтобы выяснить, знает ли он о противовесе. Я по-прежнему думаю, что это наша главная зацепка. Короче, если я попаду внутрь, то смогу отключить оттуда часть охранных механизмов. Проблема в том, чтобы туда попасть. Достать карточку Амирал я не смогла, так что пришлось опуститься до бесстыдного флирта. Я пойду на прием как спутница Чарли Уинката, в надежде, что он сможет привести меня внутрь. Если, конечно, я удержусь и раньше не дам этому уроду в класс, будет мне проверка на сдержанность. Я знаю, ты думаешь, что Джек ключ к получению противовеса, но у меня все еще больше свидетельств в пользу того, что доктор Ким что-то знал о приборе. Все исследования, которые он проводил в той лаборатории, засекречены. Там скрывается что-то важное. Я сообщу тебе о своих находках. Я бы предупредил тебя, что твоя здесь с островом чистой безумия, но ты наверняка об этом и сама знаешь. Помни, что как только доктор Эмерал пропадет, весь монар бросится тебя искать. Она ведь единственная, кто может поддержать в своей линии жизнь. Без боя он ее не отдаст. Ага, ой, ты уже наверняка заметил, что в эпицентре все пошло не совсем по плану. Сегодня прямо весь вечер такой, в подробности пока вдаваться не могу, но мы нашли нечто, что, как мне кажется, поможет нам получить противовес. Решение проблемы уже близко, но чтобы оно заработало, нам нужно похитить Софию Эмерал. Джек сдался, чтобы попасть внутрь, и я собираюсь освободить его, чтобы он добрался до Эмерал. Бюджетный вариант тарьянского коня, что поделать, жизнь такая. А что у тебя? Есть что-то новое по зацепке доктора Кима? Да, есть.
Так, это все мы это видели, все мы это знаем. Да, у нее есть зацепка, что там какой-то доктор находится внутри. А те товарищи в костюмах. Ладно. Ой, тут много чего читать, что ли, надо будет. Инструкция на сегодняшний вечер к моему руководителю из ВМНР. Кажется, нас ждет больше, чем мы думали. Сообщаю, что Лем Берг и Джек Джош содержатся в изоляторе на острове. Тем временем, так, это все понятно. То, что мы будем проводить допрос, это мы все читали. Если интересно будет, нажмите на паузу. Кабинет доктора Эмерал. Да? Брифинг по РХП. Инструкция по регулятору хронополя. Доктор София Эмерал. Так, не будет преувеличением сказать, что регулятор хронополя и РХП – главное технологическое достижение монарха. Так, благодаря своему происхождению и важной роли в практиках ЧАК ему приписываются в некотором роде мистические свойства, но на самом деле область применения РХП вполне практическая. Ой, тут читать сколько. Вот, под управлением РХП, установленная на ковчег постоянная защита, зависание в сущности – это самая защита, что и делает ковчег ковчегом, становится гораздо более эффективный. Объем потребления хрононов сокращается примерно до 1% от исходного значения, учитывая сложность добычи хрононов даже в эпицентре и скудность наших запасов частиц. Эта разница превращает ковчег из временного решения в долгосрочный проект, который, как мы надеемся, позволит нам справиться с концом времени. Так, я вот так и буду читать, типа, начало и конец, потому что это, ну, реально долго. Похоже, это то, что нужно Бет. Ага. Чёрт! Доктор Эмерал на приеме. Зависание скоро закончится. Надо выбираться и идти на прием. А, субъекты с хроноискажённой волновой функцией или фазовики? А, ну это про меня, да? Поэтому в присутствии мистера Сирины вы следует всегда предупреждать о намерении использовать гаситель. Спешу заверить вас, мощности гасителя не хватит, чтобы нанести мистеру Сирину физический ущерб. Организм постоянно производит новые хрононы на замену потерянным, но поскольку воздействие гасителя крайне неприятно и изнурительно, подобный инцидент наверняка закончится неловким разговором о будущей карьере провинившегося. То есть я ходячая этот, станция ожидаемое решение разлома. Мы не знаем, почему изначально прогноз не оправдался, и почему данные, которые мы считали надежными, поскольку они получены от мистера Сайрина, полностью противоречат полученным результатам. Как бы то ни было, главная проблема представляется очевидной. Чтобы достичь заявленных компаний целей, необходимо срочно активировать протокол Ковчег. Что-то реально много... Эмерал пыталась предупредить Пола. Конец времени быстро приближался. Оставалось меньше суток. Мистер Сайрин думал, что в запасе еще несколько лет. Признаю, он заблуждался. А я с кем разговариваю? Ой. Ну это Alan Wake игра. Кстати, может у меня книжки есть Alan Wake? У меня есть метод. То есть ты... Хе-хе-хе, киса. Непонятно. Цель приема, здравствуйте. Так, я в заключение добавлю, что события чрезвычайно важны для будущего монарха Solution. Жутко. Подожди, ну они же в костюмах, не? Ладно, нам надо бежать отсюда, как я понимаю, да? А где выход-то? А, вон выход. Ты не говоришь, что вниз надо идти? Он, между прочим, очень дорогой был. Да что вы. Я знал, что Бет скоро раскроют. Надо было встретиться с ней на приеме, пока не стало слишком поздно. А, тут уже... Нет, не все. То ремень очень дорогой был. Даров. Что решаем? Хронофильтр? Ну так-то страшное лицо. Ну да ладно. Проверить контакты Берка, с кем он работает. Кружка. Найдено данных. О,
Ой, собачка. Как дела, подруга? Что же касается университета, бла-бла-бла. А, это бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Чё? Этот рот? Этот рот, кстати, если только сиськи. Как видишь, ничего фрейдистского там нет. Просто хотел вам сообщить, с чем занимаешься. Ну, понятно. Так, а нам куда? Вы же в костюмах. Почему вы пытаетесь меня развести, что вы не в костюмах? Здорово. А как мне пройти? Алло? А я не вижу как. Так, подожди, это я все прочитал, а перелезть я не могу. Куда идти? У тебя прочитал вроде бы? Да, машина времени. Капец, тут читать. Это сколько бы у меня ушло времени? Это минут 10, если не больше. На то, чтобы я... Чего? Нет, далеко. Это я уже там прошел. Вообще-то... А! Понятно. Здорово, ребят. Оружие, рассчитанное на зависание. Пол знал, что главное. Время кончается, а пушки остаются. Да. Что тут у нас? Пучко умения. Боевое снаряжение монарха было громоздким. У доктора Эмерал нашлось кое-что полегче. Вроде как для гражданских. А ты можешь эту штучку забрать, чтобы он в него. Чтобы мы с ним потом не встречались, нет? Не можешь. Ладно. А, нет, зависание ничего не прошло, да? Резистанция ковчег. А, мистер Сандерсон, личный прием. Да-да-да, мистер, все понятно. Это подготовка к. Ой. Даже брифинг. А ты кто? Ай-яй-яй. Посреди рабочего дня. Сайт знаком для одиноких и дерзких верующих. Отважны холостые христиане, чистая радость для чистых сердцем. Найдите себе родственную душу, встречайте того, кто предназначен вам Господом, соблюдайте целомудрие, вместе насладитесь испытанием. Опочивание Господне найдется место для всех. Ай-яй-яй, сидеть на рабочем месте в такое... да... Ядро машины времени. Кара-кара-кара-кара-кара. Ядро машины времени. Бла-бла-бла-бла-бла. Естественно, это же не открыть. Значит, нам надо через верх. А зачем? Я что-то пропустил, что ли? А, так это там. Там мы куда пройдем туда. Так, выберитесь из научно-исследовательского центра. Хорошо, сейчас выберусь. Гараж. Гараж. Через него я смогу гараж. Выбраться. Ты ж только что была с тем мужиком, у которого лицо такое. Здесь ничего нету? А здесь? Здесь тоже ничего нету. А здесь тоже ничего нет. Все, тогда пошли отсюда. Бегом, 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 бегом. Что это было? А, вон такие прям. Вот так. Вот так. Вот так вот не надо делать, как я. Прямо монархия, часть вторая. Что, загрузка? Я что, прошел в локацию, да? Скажите, что да. Пожалуйста. Сколько время-то? 40 минут. Ну, сейчас я быстренько это пройду. Гараж. Гараж. Через него я смогу выбраться. Мне
Мне нужно было всего лишь миновать гараж. Проще некуда. Да, как бы... Слышали? Не-не-не. Да показалось! Блин. Внимание всему персоналу. Я случайно. Сбежал из-под стражи. Нейтрализовать его. Нет никого, никого тут нет. What? Где? Как ты в меня попадаешь? А я в тебя... Нет, я в тебя тоже попадаю. Серьезно? Как красиво. Зашел с фланга. Ну на тебе прививки, свинцу. Ты где? А я смогу, ну-ка? Смог. Эти готовы. А куда? Выбираться во время тревоги будет куда сложнее. Да, не, ерунда, господи. Выбираться надо. Так, подожди, сначала мы должны... Где? Дневник улучшений. Так, нет, мне нужно хронорывок. Вот, мне надо купить. Тут купить хочу. Да, подтвердить. Могу? Да, могу. Во, шикарно, все. Тут хронощит, восстановление, замедление времени, хроновзрыв. У хроноуворот. Да? Почему бы нет? Это тяжелый? Нет, тяжелый мне не надо, какой-то кривой. Ну, началось. Вот дерьмо! Ладно. Ну, у тебя хотя бы этот есть. Тихо. Ира себе, ты что такой дерзкий-то? А если я? Слава богу. Вот это другое дело. Во. Ой, я тут нашумел, конечно, чуть-чуть. Ну, все, давай, выходи. Второго раза уже не будет такого. Второго... Бет, я добыл тебе снарягу, но доктор Эмерилл еще веселится. Составишь мне компанию? Да, не забудь про бутерброды. И я шампанское. Шампанского? Сайрин только что закончил. Он знает, что ты сбежал и идет за тобой. Помни наш договор. Я отвлекаю. Бэт, у меня гости. Увидимся на приеме. Отлично. Да господи, дайте пострелять спокойно. На! Тихо! Опять ты! Да что ж ты я так... А я в него попадаю вообще, нет? На! Бегом! Ой! Это не я! Кто парень? А, парень из дух. Хватит бегать, пожалуйста. Так, минус.
Да-да-да, кидай-кидай. Я тебя вижу. Ну, да. Спасибо, что прибыли. Ты еще живой? Не. Где? А. Не. Тихо. Вроде с этими закончил. С этими ты закончил. У меня уже начинает напрягать, что меня бьют все. Кому не лень. Добрый вечер, Рельфорд. С вами снова. Мне нужны точные координаты Джойса как можно скорее. Директор движется на перехват. 6-0-240. Это ополченец 5. Он только что вошел в туннель за пределами территории. Бет? А? Опять? Не, опять я снова. Понятно. Я видел особняк, в котором шел прием. Нужно было туда проникнуть. Там был еще один хроногаситель. Я видел поле вокруг него. Так нужно вот. Было его отключить, иначе он бы лишил нас. Его надо отключить? Да. Хорошо. Ох. Да, давай. Оп. Я видел особняк, в котором шел прием. Не надо было. Нужно было туда проникнуть. Тут надо. Вот тут тоже надо. Давай. Там был еще один хроногаситель. Я видел поле вокруг него. Нужно было его отключить, иначе он бы лишил меня сил. Внутри этой сферы мои способности не работают. Надо быть начеку. Сколько тут охраны. Надо бы отключить гаситель. А как это? Не... Ой, а почему эти могут? Вопрос в другом, почему эти могут? Хотя, по идее, не должны. А, вообще ничего не работает. Ой, ну хорош. А как его отключить? Не, подожди. А, все, понял. Да, другое дело. Портативный хроногаситель. Чего? Да пожалуйста. Итак, вы шли на прием. Каков был план? Найти Эмерал надо было до того, как зависание закончится, и монарховцы сообразят, где я. Ой, этих не надо трогать. Сколько, 50 минут? Наверное, на этом и закончим. Сейчас посмотрим, что он сделает. Чтобы она меня потом не сбила, ага. Все,
Вот на этом мы и закончим. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, комментируйте, не забывайте нажимать на колокольчик, подписывайтесь в группу в Телеграме, в ВК. Всем спасибо, всем пока. Этот канал создан для расслабона. Если не нравится, напиши коммент. Если понравился, оставь комплимент. Поддержите лисплеера подпиской и лайком. И тогда ты будешь знать.